Россиянка отдохнула в Абхазии и объяснила, почему многие туристы недовольны отпуском в регионе. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе Яндекс.Дзен. Так, по мнению автора статьи, основная проблема ⁇ это завышенные ожидания туристов, которые жалуются на неразвитую инфраструктуру, разруху и гуляющих по деревням коров. Путешественница рассказала, что в страну, наоборот, стоит приезжать ради нетронутой природы, неповторимого колорита и расслабляющего отдыха. Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить в Абхазии, утверждает блогерша. Также туристка предупредила, что в Абхазию стоит ехать только при четком понимании, какой формат отдыха предпочитает путешественник. Ранее в мае россиянка отправилась в отпуск в Абхазию и описала поездку фразой «Кот в мешке». Несмотря на то, что путешественница забронировала не самый дешевый отель, она осталась разочарована из-за неухоженной территории и ремонтных работ. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.